Приз. Приз в студию. Простите, Эдуард Васильевич, вы кем работаете? Я психиатр. Вы психиатр? Да. Как вам? Эдуард Васильевич, несмотря на то, что сегодня с нами все-таки Конгресс Гранд-Банк, мы обязаны, я во всяком случае обязан вас спросить, что вы хотите? Приз. А? Приз. Давайте я вам дам $200, и мы не открываем от ящик. У нас сегодня рублей нет, сегодня с нами Конгресс Гранд-Банк, сегодня Международный день доллара, поэтому $200 устроит вас, и мы не открываем этот ящик. У меня зарплата больше. А вы в клинике работаете? Да. Или, да? В клинике. $300. Нет, у меня 20 тысяч зарплаты. Ну это вы сейчас в рублях говорите, а я вам про доллары говорю. Хотите, вот я вам дам $350, и мы не открываем этот ящик. Приз. А вы? Что? К психиатру не обращались никогда? Я к психиатру? Да. Зачем? А я что-то смешное сказал, да? А дело в том, что сейчас через человека, по сути дела, у каждого второго человека пограничное состояние, по сути дела. Почему вы мне-то это говорите? Ты его не обижай. Не обижай, не надо. Нет, подождите, я все понял. Пограничное состояние. Да. Я вас понял. $400. Вы об этом? Приз. 450. Долларов. Дело в том, что, Леонид Аркадьевич, я охотник. Мне снегоход нужен, он как минимум стоит там намного больше. Вы что сказали, что вы психиатр? Ну, я в тайгу хожу в свободное время. $600. Хотите, я не открываю этот ящик. Нет. Что? Приз. Я вам дал $600, вы отказались? Приз брать или... Приз! То есть, я вас не уговаривал, вы отказались от $600, я правильно понял? Чтобы потом разговоров не было, правильно я понял? А... Что? Вы отказались от $600 и взяли то, что лежит в этом ящике, так? Так. Так? Так. Очень хорошо, 700. И приз, мы не открываем этот ящик, а? Приз. Приз? Давайте как-нибудь покорить, чтобы потом не было ощущения, что вас заставил. Я вам сколько долларов давал? 900. Я? 900? Да. 900 же, да? А, ты... А, 900, 900. Я? 900, да. 900? Ну да. Хорошо, пусть меня выгонят с работы. 900 я вам предлагаю, и вы отказываетесь от того, что здесь лежит. Я вам даю $900. Да на них, я говорю, снегоход не купишь, Леонид Аркадьевич. Какой снегоход? Причем? На охоту есть, зачем? Причем здесь охота, объясняй. Ваша жена кем работает? У вас жена кем работает, жена? Тоже психиатр. Тоже психиатр? Да. Вместе работаем. Я просто этого не знал. Извините, я, значит, повел себя некорректно. 1000. Нет, вот... приз, Леонид. А? Приз. Бессмысленно. Вы просто не понимаете, о чем идет разговор. Я вам шутки шутками, но все-таки, как не то, это же, в конце концов, полторы. Полторы? Нет, приз. Приз? Я предлагал вам $1500, вы отказались? Я вас не уговаривал? Уговаривал. На что я вас уговаривал? Я уговаривал? А что я вам предлагал? Две. Две. Я предлагал две? Пожалуйста, $2000, и вы отказываетесь от того, что здесь лежит. Ну... Приз. Приз. Даркач, это шутка? Это не шутка, такого нет ни у кого. Ни в вашем Хабаровске. Нет, сегодня день доллара. Как... Нет, послушайте, я вам серьезно говорю, в Хабаровске такого нет ни у кого, только у вас будет. То есть вы хотите сказать, что я из Хабаровска 9000 километров ехал с другого конца страны? За яйцом. Леонид Аркадьевич, у меня целое психиатрическое отделение. У меня Генрих Абрамович, главный врач, сказал, без приза не приезжай. Он меня уволит, вы понимаете? Абрамович? Смех. Почему? Для чего оно мне нужно? Вам нужно. Я обещаю вам, даю честное слово, вам Леонид это Аркадьевич, надо. Знаете что? Я вам скажу. Что?
Весь интернет пистоит тому, что вы жулики здесь все. Это вы зря, это вы совершенно напрасно. Ну и в конце концов, это веселая передача, что здесь ничего особенного нет. Мои друзья-психиатры, коллеги, сказали, что вы конкретно, понимаете, подсказали женщине букву тогда вот. На прошлых передачах. Потом сейчас говорят, у вас ящик с двойным дном. Я вам скажу. Может быть, я проверю в ящик. Надо выбирать, других друзей. Что вы орете на меня в конце концов? Я вам предлагал 2000 долларов. Как, а сейчас вы с яйцом. Что я? Вы с яйцом. Я же без яйца ничего не говорю. Я же вам, я завидую вам. Вы теперь с яйцом. Знаете что, давайте мне яйцо. Вы орете, главное, на меня. Чтобы вы не кричали, здесь чек на 10 тысяч долларов от нашего спонсора. И передайте привет вашим друзьям-психиатрам. Тихо, 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 тихо. Ребят, помогите кто-нибудь. Идите, помогайте. Тихо. Ничего особенного. Тихо. Проводите. Дайте ему попить и посыпьте ему этим, ему легче станет.